хорошо. Значит, Сашка Корчевой спрашивает, как относишься к творчеству MC Анюты, слушал ли ты ее треки? На самом деле, один из фанатов. Да, слушай, ну вообще, это я до сих пор не могу понять, это реально стёб или это реально... Да, ну что, ты помнишь, это все серьезно. Её песня, кстати, Янукович молодец, так что не услышайте. Нет, ну... На самом деле, конечно же, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, там девчонкой немножко надо поработать. Учителям поработать, педагогам может поработать. Потому что что-то запустили. Она верит в рэп настолько. Может, ей надо в Киев приехать, может, мы здесь ее запишем, посмотрим. Давай пригласить ее сюда, в передачу. Ну, побольше расскажем про внука или такая. Да, как надо. Опять друзья пишут, что чат громче надо сделать. Я не знаю. Я уже максимально громко разговариваю. Йоу, йоу.